Добрый день. Вот такой сегодня ножик получил от магазина GearBest. Harnes CK6013. Вот. Маленький. Лезвие на 1 мм меньше, чем 8 сантиметров. Вот. Немножко туго открывается. Шайбы там обе второпластовые, латуни нету. Вот. Лезвие такое агрессивное. Рукоятка, как написано, нейлон, укрепленный стекловолокном. Клипса съемная, можно ее переставить в разное положение, но правда только с одной стороны. С другой стороны нет укреплений. Вот. Сталь на лезвие, сейчас вспомню, скажу, 8 хром, 14 молибден. Ну, в общем-то, лезвие неплохое, хорошо заточенное, бреет, режет бумагу на весу. Сиди показывать не буду, у меня только две руки, а не три. Вот. Бонки на лезвие для открытия не очень удобные, честно говоря. Если видите, они такие зауженные на концах, и когда открываешь, немножко больно ногтю. Вот. Кем лежит хорошо, удобно. Рукояти, в принципе, хватает на ширину ладони. Кстати, очень приятный такой рисунок на рукоятке, цепки, и, ну, прикольный, мне нравится. Вот, симпатичный такой замок Liner Lock. Liner при открытии заходит на самое начало пяты. Вот как нагрузка будет, не знаю, не могу сказать. Ну, вот так вот первое впечатление, честно говоря, ну, нравится. Единственное, что, конечно, надеюсь, что он разработается, чтобы легче открывался. Ну, если там не флиповать и всякое такое, то, в принципе, этого достаточно. Скорее всего, чтобы он действительно легко открывался, это нужно менять шайбы на латунь. Вот. Ну, такой прикольный ножик. Спасибо за внимание.